Ребят, всем привет, всем пламенная ола из Испании, и наконец-то с вами снова я. Посмотрите, я вставлена цветами. Всем огромное спасибо, кто обратил внимание и поздравил меня с днем рождения. Это было в это воскресенье. Я обязательно выставлю, какой же сюрприз мне приготовил муж. Я, посмотрите, у меня до сих пор, по-моему, мешки под глазами, я до сих пор отхожу от слез счастья, от проведенного дня и от количества подарков, которые мне приготовили и подарили. Но сегодняшний разговор у нас совсем о другом. Я хочу вам рассказать и, может, даже развеять ваши какие-то мифы, ваши предположения об испанской бесплатной медицине. И я думаю, что вы поймете, почему же здесь очень развита частная страховка, это платная страховка ежемесячная. И почему же мы платим такие деньги ежемесячно, если мы можем лечиться бесплатно? Итак, сегодня я сходила к врачу, точнее, я пыталась к нему пойти, к нему я не попала, я хотела встать на учет, наконец-то. Вы уже знаете, что мне дали выписку в репродуктивной клинике, поэтому я хотела встать на учет, хотя я продолжаю обследование в частной клинике по своей же платной страховке. Но так как я официально устроена на работу, декрет мне может выписать только социальный доктор, то есть это терапевт, который к тебе прикреплен. И естественно, как и в России, здесь эти доктора и больницы находятся по прописке, то есть ты можешь пойти в поликлинику только по прописке. Итак, посмотрите, как я туда шла и не попала. Вот такие у нас очереди, посмотрите. Это по социальной страховке. Я пришла взять талон, но это очень... Я думаю, что это я на весь день тут. Смотрите, это передо мной. Непонятно, сколько человек, еще непонятно, сколько внутри. Поэтому не знаю. Мы, наверное, пойдем домой. Что-то мне неохота здесь тусить. В общем, подумаю, я вам расскажу. Ну, я думаю, вы сами все увидели. То есть, какие у нас очереди. Те, кто недоволен своими странами, своей медициной. Ну, посмотрите, у нас, в принципе, все как у всех. И это еще малая часть того, что я вам показала. Первое столкновение с бесплатной испанской медициной у меня произошло, ну, прям серьезное, у меня произошло лет 5-6 назад. У меня была проблема со спиной, меня очень сильно защемило спину, да так, что я не могла ходить. В итоге я пошла к терапевту, пришла, все, говорю, у меня вот болит спина. Причем мы жили в деревушке, в такой очень маленькой, там так называемая поликлиника работала 1 час в день, причем с понедельника по пятницу. Это было расписание с 8 утра до 9 утра. Я попадаю к врачу, ну, естественно, там народу уже так не было, потому что это была очень маленькая деревушка. Я попадаю к врачу, жалуюсь, что у меня вот проблемы со спиной, очень болит, могу ходить, в ногу отдает и все тому подобное. Все, он мне сказал, все понятно, сейчас ждите звонка от уже большого госпиталя, чтобы вам сделали МРТ. Нет, даже не МРТ, это было даже не на МРТ, чтобы меня принял доктор, который этим занимается. Это травматолог, наверное, да? Или, ну, в общем, следующий уже по специальности доктор, то есть не терапевт, тебя не сразу к нему отправляют, а тебе еще должны позвонить. Хорошо, это было дело в октябре 1 года, и позвонили мне только в марте следующего года и дали направление на август. То есть, представляете, это практически прошел год, вот, и, естественно, в августе я все-таки пошла. Когда прихожу я к травматологу, он мне говорит,
где болит, что болит, и вообще рассказывай. Я говорю, ну, как бы уже нигде не болит, ничего не беспокоит. И он мне говорит, а что пришла? Я говорю, ну, как позвонили, так и пришла. Говорю, чтобы у меня не было рецидива. Может, вы мне там все-таки что-то посмотрите, раз все-таки у меня болело так сильно. Он говорит, ну, хорошо, раз уж пришла, он мне выписал направление на МРТ. По-моему, МРТ было, либо рентген. Наверное, МРТ все-таки, да? Он мне выписал направление на МРТ, в итоге которого я просто не дождалась. Это было опять там спустя полгода. В итоге я уже... У меня на тот момент уже была частная страховка. И я, в общем, просто пошла по частной. Я уже больше не стала экспериментировать. И решила, что есть люди, которые не могут себе позволить частную страховку. И я не буду занимать их место в этой длинной очереди. Вот, поэтому здесь, в принципе, все в таком плане, по крайней мере, со мной происходит постоянно так. Но мы уже давно на частной страховке, поэтому ты без проблем звонишь, записываешься. Хотя сейчас с карантинным этим годом такие же, конечно, очередей таких нет в частных поликлиниках, но визит к врачу ты можешь ждать несколько недель и даже до месяца, несмотря на то, что это... платная страховка. Вот. В итоге к врачу мне все-таки, к гинекологу, к своему, даже не гинекологу, это мне нужно сейчас попасть к терапевту. Затем терапевт мне даст направление к Матроне. Здесь врач, акушер, гинеколог, который ведет беременность, называется Матрона. Такое интересное название. Ну вот, мне обязательно нужно к нему попасть. Почему? Я вам уже объяснила, почему. Потому что мне нужно будет уйти в декрет. Причем, кто смотрел мои предыдущие видео, знают, что я попала в группу высокого риска из-за двойной беременности. Не более того, не менее. Так что не переживайте, у меня беременность проходит отлично. И в 25, либо в 24 недели, я сейчас уже забыла. Ну, в общем, в 25 недель... я должна уйти на больничный из-за, опять же, вот этого большого риска. Вот, поэтому я вам буду рассказывать, как проходит посещение социального врача. Я не знаю, может, это нам так повезло, потому что мы живем относительно в центре, такой, на границе с таким неблагополучным районом, то есть все вот это в кучу и... Не знаю, но факт остается фактом. Вы сами все видели. И, ну, в общем, я вас буду держать в курсе. Скоро у меня поход к гинекологу по платной же страховке 24 мая. Там, я надеюсь, что нам уже скажут пол наших двойняшек. Какие вы можете сделать предположения, кто же у нас, будет ли у нас наша долгоожидаемая королевская двойня, то есть и мальчик, и девочка, либо две девочки, либо мальчики. Обязательно пишите в комментариях ваши предположения, мне очень интересно, кто же все-таки победит и кто же у нас все-таки будет. А сейчас всем адьос, всем прекрасного дня и до встречи!